Туапсе на карте нашего маршрута возник совершенно не случайно. На самом деле это первое место, где участники нашего автопробега встречаются с Черным морем. Это такое знаковое место. Ну и кроме того, Туапсе это, конечно, город боевой славы. И не заехать сюда в связи с основной миссией нашего пробега у нас, конечно, не было никакой возможности. Ну а завтра нас ждет Сочи, и там уже, знаете, новый виток патриотизма, современного патриотизма, так как я его понимаю. Мы все прекрасно помним, как, с каким успехом огромным прошла Олимпиада, и вот эта великая победа наших спортсменов, конечно, говорит о том, что именно всплеск и волна нового патриотизма, она произошла в Сочи. Поэтому Сочи тоже на пути нашего маршрута, и завтра мы ждем встречи с этим городом. Очень много узнали о том, что здесь, оказывается, находился нефтяной узел, через Грозного подавалась нефть, и для Гитлера это была очень важная позиция, то есть это был, скажем, приток нефти для того, чтобы двигалась вся техника, все корабли, все-таки это была основная движущая сила в этой войне, даже не столько, как простые солдаты. Поэтому я даже, честно, не знал, что Туапсинские сражения приравнивались к Сталинградской битве, то есть это очень большое значение имело для всей войны в целом.